Вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов провел встречу с жителями рабочего поселка Большие Веземы. Среди наиболее сложных проблем – серьезные пробки в городке 17 и поселке Школьный. Другие проблемные вопросы – от расселения ветхого жилья до благоустройства – требуют детальной проработки. Мнение жителей должно стать ключевым при принятии решений, подчеркнул Игорь Шаповалов.